Всем привет, дамы и господа, с вами Андрей Пойманов и канал Авто без забот. Наконец-то к нам приехала вот эта машина, я ее ждал. Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Пленка антигравийная абсолютно доступна всем. Вот сейчас всплывет здесь чат с нашим клиентом, который говорит, что ему очень приятно, что мы работаем как с премиальными машинами, так и не с премиальными. Да, это вот пишет наш клиент, владелец Лексуса. Ну да ладно. Здесь у нас был небольшой комплект. Мы защитили переднюю часть автомобиля и сделали полосу на крышу. Фары были защищены до нас. И, честно говоря, пленка здесь не самая хорошая. Честно говорю, я покажу это сблизи, не буду скрывать. Вот, потому что вся пленка, все фары, они такие, ну, затертые. Неправильная пленка, скажем так, для фар. Потому что настоящая полиуретановая пленка, у нее есть самозаживляющий слой, точнее, не у всех есть таких пленок, но условно есть полиуретановые твердые пленки, а есть самозаживляющимся слоем. И вот на фарах я рекомендую использовать именно те, у которых есть самозаживляющийся слой, и тогда вот этих рисок на фарах не будет никогда. Собственно, мы покажем видео, как мы делали эту машину, оно, скажем так, не длинное, потому что, опять же, комплект очень маленький. Всем же я еще раз хочу напомнить, что привозите любые ваши машины, у вас новый автомобиль, вы хотите его защитить, неважно, это Lada Vesta или это Lexus, который вот рядом сейчас стоит, неважно, любой автомобиль лучше всего защитить, особенно если он у вас ездит по дорогам общего пользования. Кстати, очень разумный подход, эта машина защищена не полностью, да, передняя часть, но клиент постепенно будет защищать весь автомобиль. И это самое правильное решение, когда вот купили машину, хотя бы морду защитите, переднюю часть автомобиля, все остальное можно защитить, например, керамикой. Вот. Или просто хотя бы морду защитите сразу, мы можем встретить ваш автомобиль с нашим эвакуатором, помочь в приемке и так далее. Если после покупки автомобиля хотите сделать сразу весь кузов, но сейчас, например, там не готовы заплатить за это, позвоните нашим менеджерам. У нас есть возможность купить детейлинг услуги в кредит, и у нас есть возможность купить детейлинг услуги в рассрочку. Беспроцентно. Звоните, все ссылки в описании, все звонки там. Авто ваше, заботы наши. Пока! True story. Вот. Народный. Премиальный или не премиальный? Премиальный, а не народный. Это народный автомобиль. Не остается, не остают, на ней не остаются царапин. Дальше финишный показываем видео. Все, дальше. Три бренда. Lada, Авто без забот или Марк.